Здесь у нас будет располагаться восьмизальный кинотеатр, большое количество кофеен, ресторан, самый большой в городе фудкорт. Приоткрывает завесу тайны. Максим Самсонов, руководитель крупнейшей в городе корпорации, рассказывает о том, что будет на месте масштабной стройки. Ведь многие жители города пока только догадываются, какой объект возводят за высоким забором. Нас многие спрашивают, что это за грандиозная стройка, что здесь будет. И мы хотим сказать, что здесь будет самый большой торговый центр города. Тау-галерея. Так будет называться новый торговый центр в самом центре Ленинского района. Тау – это вторая часть слова «Саратау». Часть саратовской легенды – основание города. Аналогов ему сейчас в городе нет. В первую очередь из-за огромной площади свыше 100 тысяч квадратных метров. Эти кадры сделаны чуть больше года назад. Журналисты изучают проект будущего торгового центра. Тогда же строительную площадку впервые посетил губернатор Валерий Радаев и дал высокую оценку амбициозным планам саратовских бизнесменов. Я, конечно, впечатлен. Сегодня вот то время, когда надо поступать так. Надо развивать свою территорию, надо вкладывать именно в свою малую родину, чтобы у нас вот эти объекты, они одни из лучших в Приволжском округе. За год из проекта на бумаге Тау-галерея выросла в пятиэтажное здание, 3 основных этажа и 2 этажа парковки. Самый крупный проект в регионе. Десятки уникальных для города торговых операторов. Многоуровневая парковка. Развитая инфраструктура. Именно так после открытия и будет выглядеть торговый центр. Тау-галерея – совместный проект британских и саратовских архитекторов. Его особенность – панорамное остекление здания. С верхних этажей центра откроется вид на город. Такой уголок отдыха с большим количеством света, с очень большим пространством, в котором будет очень комфортно находиться, очень хорошо дышать. А пока дизайнерские задумки воплощаются в жизнь, руководители проекта заключают контракты с будущими арендаторами. Тау-галерея обещает поставить рекорд по числу магазинов. Их будет больше 150. Многие бренды в Саратове появятся впервые. Уже сейчас можно сказать, что это одна из самых динамичных строительных площадок в регионе. И работа идет невероятно быстрыми темпами. Уже возведены все 5 этажей. К зиме планируют начать внутреннюю отделку. Открытие же намечено на середину 2015 года. Жанна Марченко, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов.